Hey, yo guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Blood Stained, либо Кровавые Пятна. Короче, сделали мы с вами супер меч. Конечно, довольно медленный, но думаю, будет он херячить так только в путь. Да, убивает он только так. Блин, нужно было посмотреть, может я могу улучшить моего этого стража. Хотя набрали. Ладненько, так, мы открыли. Так, а ключ Миллинерека я использовал, да. Сейчас используем телепорт. Мы в каких-то логово демона. Там как-то жопа происходит. Нужно посмотреть по осколочкам, подождите. Осколочки. Плюс сила. О, мастер большого меча. Довольно большой урон. Мастер меча. Мастер меча, кровавая пелена. Слово мудрости. Давайте пока что его поставлю. Большой урон всегда нужен. А там что, подожди, за комната? В смысле, не понял. Или я туда не пошел? Я сейчас не понял. А, нет, теперь все нормально. Ладненько, полетели. Ваншот, ну интересно. Три тычки. Три тычки, чтобы убить. Джи. Пойди, битва с боссом, наверное, здесь должно было быть. Давайте ему маны нужно отнять. У ХП. Посидим на дорожку. Чё ниже? Кашемир. Короче, какая-то супер ткань. Пойдем сохранимся тогда. А, там сохранки ж нет, точно, ладно. А, то есть меня топор все равно достает. Хорошо. Демоны. Дух льда. Б-топор. Здоровенный рыцарь в доспехах, машущий огромным топором. Понял, отлетаю скоро, да?
круто. Окей. Ключ ратного коня. Найс. Так, бежим сюда. Что здесь? Какой-то проход, ладно. Что здесь? Когда-то проход. Тут у нас тоже большой проход. Так, осколки, мастер меча, слово мудрости. Так, пальчу. Выпускайте концентрированный заряд темной энергии в выбранное направление. Окей, денежка. И все. Я мог отхилиться, либо я мог просто отправиться туда, куда мне нужно. Типа одной из двух. Новое сахар. КП восстановлю. Рискуем понапрасну. Сейф. Ух, изи. Это сейфчик. Так, там у нас закрыто. А давайте тогда наверх пойдем к сундуку. Уху-ху-ху-ху-ху. Так, это скорее всего темную силу снова, да-да. Призыв следопыта. Призывает отряд ждущего под землю. Так, мне нужен, по идее, осколок отражающий. Давай. Отлично. Так, у нас есть хороший очень, так сказать, меч, наверное. 98%. Инвентарь. Так, давайте осколки. Снаряжение. Что там по мечу у нас? Фрагарах. Святой меч, внимающий воле святого... Так, своего хозяина. Такое. Такое. Скоро финал. Если только это не есть финал. Орехал. О, мы нашли орехалок.
Слушайте, может все-таки пойдем замутим этот. Блин. Интересно, это будет фул финал. Ну, давай посмотрим. Вот ты. Итак, вот ты и попалась. Неханхагуаш. Жалкий человек, это была твоя последняя ошибка. Удачи, Мэриам. Клинок у тебя, это так. Но он не опасен для меня, пока он не в руках воина, сжигаемый местью. Ошибаешься, демон. Мой гнев и гнев Гетсу слился воедино. Ты использовал Джебели и теперь заплачешь за это. А ты забавная девка. Времени мало, но мне нужен твой кристалл. Так что ты не оставишь мне выбора. Но ваш жалкий план кончился здесь. Я призову Бала, царя зверей, и тогда ты поймешь, где твое место. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Да ладно! А. А, так они ломаются. Чё вы молчите? Я не думал, что они ломаются. Да нет! Сколько мне еще терпеть это? Все? Архивы. Так, сдвиг измерения. Перенеситесь, так, недалеко в выбранное направление. Ух ты. Так, а ну-ка, давайте посмотрим. Инвентарь. Так, осколки. А я знаю, куда это можно использовать, куда можно попасть.
Мунать. 99% нас. Так, осколки. Сдвиг измерений. Это на пятерочку. Еще еретика. Ну, туда долго бежать. Ну, нормально. Давай, давай. Ой-о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 й. Так, осколки этих измерений. Так, пойди сюда. Мясоруб еретика. Осколки. Чем прикол? Прикол, что здесь босс, да? Босс 4%. Снаряжение. А чё у меня вообще по хилам? Ну давай, попробуем. Инвентарь. Осколки. Даже Гремори меня подвел. Альфред боялся того, что мы можем натворить со осколками. Но не я. Взгляни на себя. Теперь это было... Тебе это нужно было? Кристалл? Ты предала нас Доминика. О нет, вытаскивай меня. Так, на благодарный. Спасибо вам с Йоханссом, что передали мне за... знания алхимиков и научили управлять осколками. Осколками, которые вы стали отдавать мне по собственной воле. Ваша жертва стала моей силой. Почему ты все это делаешь? Потому что демоны появились вновь, и я мог да снова помолчи. Пока его слуга безвластно убивает одного за другим. Я справлюсь с этим. А что если Бога нет? Что если Господь наш, перед которым мы присмыкаемся, это обман. И наша вера тает силы из других безымянных и невызванных вещах. Когда я умываю руки, пускай Бог гниет в одиночестве, я решила обрести высшие силы, силы убивать богов. Ты хоть понимаешь, сколько людей из-за этого погибло? Не заслужили умереть, ибо были слабы. Еще больше умрут, пока я не получу то, чего хочу. Ты этого хаоса тебе не хватает? Если бы ты последнюю призвала, бы довольно не пришлось бы вытащить сюда. Ты хочешь призвать демона сильней? А кристалл Джебели для этого не хватило бы? Тогда что тебе нужно, мой? Ты умница. Я это в теле ценю. Но твой кристалл был слишком чистым, поэтому я сделала так, чтобы ты получила осколки и привыкла к демонической силе. А затем Гремори подчинял бы тебя после измывающей боя с Джебелем. Если бы Джебель не предал меня. Поступить правильно не значит предать. Знаешь что? Не ожидал, что меня вот так загонят в угол. Придется сразиться, исходя с козырного туза. Я использую свой кристалл и лаборант Вайкс и призову Бала, сильнейшего из демонов. Ты понимаешь, что с тобой будет? А ты? Ты ничего? Ты точно нет? А я тебе скажу, Джебель не просто так выжил 10 лет назад. А он тоже здесь при чем? Я делал в его крови, он экзорцист, как и я. Наша кровь подставляет распространенное кристалла, и это и спасло ему жизнь. А теперь я призову его и управляю кристаллом с помощью языка.
и могу призвать сколько угодно сильного демона, даже если и не будет получаться удерживать его навсегда. Но процесс, видимо, не быстрый, ведь призыв, как и видение, завершён. Думаешь, успеешь меня остановить? Думаю, да. Ты не понимаешь, что такое сила. Ты обращаешься с ней топорно, надменно. И теперь заплатишь за это. Ни хрена. Воиска. Это, я понимаю, полуфинальная, да, битва? Ясно, ясно, ясно. Инвентарь. Так, давай я, наверное, все-таки свой меч заберу. Что она творит? Осколки. Слово мудрости. Голова пелена. Снаряжение. Инвентарь. Тихо-тихо-тихо. Да что это за дерьмо? Что это за атаки такие мощные? Так манать, это жестко. Да уж. Чувствую, я ее не убью, ребят. Чувствуется мне, что я ее не убью. Ладно, давайте тогда инвентарь. Если у нас все так пошло. Так, снаряжение. Нет, подождите, мне нужно снаряжение. Инвентарь. Северный камень. Сейчас тогда побежим с вами в этот. Накупим зелий. Лезвие бандита. Терминанта нужно убить. Покупаем все, короче, что есть у нее.
Пицца тут есть. Я не буду ничего тратить из того, что я сейчас купил. Подожди. Инвентарь. Багетти. Много восстановлю, интересно. Сейчас, короче, пойдем к этому, к коню. И посмотрим. А где у нас коняшка? Здесь коняшка. Здесь у нас коняшка. Ребят, слушайте, если, короче, я не убиваю босса, тогда мы сделаем такую вещь. Я трачу все. Ну, короче, я просто найду видео, где убивать босса. Даже там финальная тоже, типа, концовка есть. Типа, там две фазы. Кроме вот этой, там еще есть фаза. Комната Рантава Конен. Во, ребят, о чем я говорил. Так, подожди. Это портал. Здесь, короче, из первой Кастельвании. Мужичок. Давай. Давай. Вау. Так, инвентарь. Ну, блин, я не знаю, но он как большая хилка, то есть хилит меня. Мне что нужно? Мне нужно осколок. Мастер большого меча. Ау. Давайте я хотя бы... Ладно, инвентарь. Ай-яй. О, тихо-тихо, вот это можно. Могло бы меня убить. Все, хорошо. Где Малфубита? Запятнанный череп. Очищенный крест, бросает крутящий клинок, он возвращается как бумеранг. Это если что, который он метал. Архивы, демоны. Гремори, демонический, это получает... Так, полузверь. Повелевает луной. Порт. Педопыт. Ревенант, храбрый воин демонов, так, умеющий обращаться с кнутом. У них у всех, да, ХП одинаково. Да. Снаряжение. Инвентарь. Путеводное это.
Давайте, в этой серии мы должны с вами закончить уже. По крайней мере, попытаться закончить. Так, созачил. Типа нам убить нужно было бы. What are we transmuting this time? I'll go with this. Готово. Хорошо. Девяносто 9,50. 9,50. Are you? What are we transmuting this time? Усилить осколок. Двиг. Давайте спутницу улучшим. I'll go with this. Но этого я не смогу, потому что у меня серебра нету. I'll go with this. I'll go with this. Крылья феи тоже у меня уже нету. Создать меч. Где этот супер меч наш? Вот он, да? А, хотя мне вот это нужно. Рихалк и коготь. Где можно коготь взять и Рихалк? Он не продается, да? Могу тогда я сохранялся, что да, уже? Не знаю, давай, нужно пробовать убивать. So, what will it be? Приготовить. Давай что-то готовить. Еще восстанавливать побольше. I'll go with this. Great. О, Морис. I'll go with this. I'll go with this. Пускай будет. Great. Come back. Пускай будет, короче, этот хавчик. Обратимся. И полетели. Должны попытаться в этой серии грохнуть. Если мы не грохаем, а крыльев у меня нет, и ничего такого нету, едать. 46. Так, инвентарь. Осколки мастера меча. Слово мудрости. Блин, жалко, что я не могу телепортироваться на Красной области. Можно сходить к мужику, что с прическами, типа мы все ж нашли эти. Волосики. Так, а куда мне идти хотя бы? Короче, право, право, право. Вон там вниз. Вправо, вправо, вправо. Вниз. Вниз. Влево. Влево. Осколки. Сдвиг измерений. Dimension shift! Сдвиг. А чё я туплю? Я мог бы заюзать просто сдвиг.
И благодаря этому ускользнуть от ее той атаки тупой. Да, я мог, в принципе, так и сделать. Давайте пробовать. Нужно сразу в портал. Я думаю, в чем дело? Знаете, я сейчас что на секунду понял? Я ж ту херовину уже убил. Ау. Так, инвентарь. Патчес. Так, теперь мне нужен осколок. Урон. Куда я лечу постоянно? Ой. Инвентарь. Так, осколки. Ну какого черта? Ну что это за удар такой? О, наконец-то. Хорошо, получается пока что. Так, здесь говорят, нужно юзать немножечко другого помощника. Слово мудрости. Вот с помощью вот этой печати я смогу залазить. Yeah!
Я не знаю, как это работает. Но она меня хилит, ладно. Я застрял, а можно двигаться? Вау, вау, вау. Так, инвентарь. Ты мне не даешь. Какого черта? А, стой, она переместилась. Куда она делась? Окей. Инвентарь. Хорошо. Побежали дальше. Мне, короче, главное не дотравиться до головы их. Изи! Ладно, со второй попытки ее грохнули. Так, вы понимаете, я еще не заюзал свои эти хилы большие. Сказать честно, если что, мы не убили еще двух боссов. Мы не убили того, где пиксельный босс, и мы не убили секретного босса, это библиотекаря. Доминика нам могла бы сделать так много добра, но... Библиотекарь, ну, нам нужно, чтобы у нас была карта открыта на 99.99%. Ну, 99,99%. Поэтому как так. Я знаю. Подожди, Либерти... Книга, с которой все началось, что бы ты с ней сделал? То, что пытается сделать учитель. Передать смерть. Он начертал неохранские письма на структурных элементах замка. Теперь я с помощью книги проведу ритуал здесь и в самом сердце замка. Ритуал активирует анохианские письмена и отправит замок и демонов обратно в ад. Так вот, что пытается сделать Альфред. Так, начинать. Отойди, Мириан. Знаете, какой у меня такой возник теперь вопрос? А мог бы я спасти своего брата? Ну, он же типа как брата. Не убивая ее. Ну, типа, не убивая его. Типа, сразу пойти к той луне, что в проходе.
Все кончено. Да. Ты все исправила. Но какой ценой? Джибель, Альфред, Зангетсу. Джибель был обычен. Ты ничего не могла с этим поделать. А, при чем? А учитель и Зангетсу сделали выбор сами. Они с гордостью и чистым сердцем сражались за то, во что верили. Нам стоит не говорить, а восхвалять их. Верно. А в этом мире еще остались демоны. Горевать будем потом, когда прикончим их, и все до единого. Кстати, учитель увидел, как я придумал замедление процесса превращения и предложил пару улучшений. Думаю, я смогу навсегда остановить рост кристалла, правда? Обещать не буду, но похоже на то, вроде бы. Спасибо, Йоханс. Я сделаю все, что тебе не подвести. А пока пойдем домой. Ладно. Бля, я сейчас одну вещь понял. Помните мужик, который типа в этом сидел? В скале, типа, запертый, типа, где около мостов, где вот он ниндзя. Типа говорю, бля, как его достать? И я теперь сейчас подумал, у меня же теперь есть телепорт между мирами. То есть его можно было заюзать и... как бы так сюда попасть. Ну, ладно, в принципе, ребят. Насчет игры, давайте... смотреть. Игра довольно большая, да, то есть она сколько стоит, 2000 в стиме, она оправдывает свои деньги, типа, да, это платформер, ну, здесь дохера боссов с несколько фазами, здесь много мобов обычных, здесь есть крафт, есть здесь улучшения, здесь есть разные типы прохождений, как можно проходить, да, типа, допустим, для меня меч еретика это было что-то имбовое. Есть, конечно, второстепенные миссии, это убей, 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 покорми, покорми меня, а потом принеси, принеси, и как-то так. А если брать локации, довольно разнообразные, большие локации, и все такое, хороший сюжет. А можно отмерить пасхалки в играх, да? Даже просто отсылочка к первому вообще Кастельвании. Потом к старой Кастельвании, ну, я имею в виду босса обычно, который с портала вышел, и целая локация сделана в виде первой Кастельвании. А дальше можно отметить такие вещи, как музыка, можно отметить атмосферу, можно отметить кастомизация персонажа, можно отметить всякие секреты, да, ну, взять те же стены, все такое. Концовки, то есть мы могли бы закончить концовку, типа игру убив, ну, победив своего брата, да, или как, кто он, я не помню, кем он является, и типа все, считайте, игра пройдена, но у нас открыто только было, сколько, 65% карты? Не, даже 45%, кажется. А здесь, как видно, в настоящей концовке мы с вами открываем еще намного больше локацию, так же, как и та была локация, там у нас был... лава была, ну, типа, ну, мы получаем разные способности, телепорт, потом просто летать, ну, типа, вокруг этой земли. Вот эта способность, что, типа, позволяет нам, как бы, перевращаться, да, ну, типа, становиться на потолок. Короче, управление гравитацией, это взято из четвертой части или пятой части Кастельвании, именно Кастельвании, там мы играем за вампира, и, типа, тоже основная часть игры, типа, изи, да. Это до того, как мы получаем эту способность. После того, как мы получаем способность гравитации, у нас начинается, типа, игра уже сложная. Ну, быть сложной. В принципе, так, здесь же тоже прикольно это... Что я могу отметить? Наверное... Ну, я хочу, знаете, отметить момент, именно локацию. Когда мы играли мелким, то есть вокруг нас все были гигантами. А мы, типа, мелким таким шкетиком. Можно отметить локацию с Шиноби. Типа, я не знаю. Откуда вообще там ниндзя? Вот это самое единственное, я считаю, это не каноном игры, то есть не лором, да. Потому что откуда там пещера с ниндзя? Ниндзя-убийцы. Поезд тоже прикольная, довольно такая локация. А, мы еще точно, мы с вами в поезде не убили этого мужика, что в стекле. Ну, по идее, думаю, тут уже все. Да?
топовая игра. Ну, смотрите, нормально, мы прошли на золотую звезду, я считаю, это отлично. Типа, 99... Да, я понимаю, что, ну, блин, в серии до хера вышло. 14 часов мы проходили неделю. 99,50, ну, там в основном у нас боссы остались, и новых локаций там ничего такого нету. Что будет, если убить библиотекаря? Если убить библиотекаря, нам бы дали с вами, так сказать, возможность взять... А, точно. Нам, у нас была бы возможность замедлять время, то есть остановка времени. Также нам бы позволили с вами, так сказать, взять все книги, которые были в библиотеке. То есть это суперпуст, ну, как вы понимаете, это уже в конец чисто с сражением боссом, и все. Экстра режим, режим звука. Зов вечности, пролог. Путешествие надежды, роскошная увертюра, потерянный сад, святая мудрость, шестеренки судьбы, библиотекарь экспи... машинс, форсаж, признаки разложения. Ритуал ночи, забытый нефрит. Помершая слава, проклятые сироты, запустение осени, Голиаф, конечная, тема Джебеля, тема Доминики, тема Йоханса, тема Зангетсу, тема Альфреда, тема Од. Ага. Ты решила вернуть несколько эти книги в библиотеку? Нет, я не решила вернуть книги в библиотеку, я решила завершить игру. А, так, объятия мира. Вот это я не помню, но скелета финал был. Предчувствие. А, превозмогание горя. Атака Гротеса. Палачи. Святая клятва. Экзорцизм. Не слыши вой, покаяние, царь царей, тема Блудстейна фортепиано. А, это где вот он, мы, помните, с вами садились на этот? Так, это фортепиано? Ну ладно. Это когда мы фею брали. Безоблачное небо, титры, доблестная поступь. Это когда мы попали в 8-битный мир. Конец игры. Тема... А, ну это все. Так, звуковые эффекты. Ни хрена их! Просто вы понимаете, да, сколько здесь? Голоса. I will protect you. Look out. А, то есть голоса здесь имеется в виду... Я понял. Так, особое сообщение. Know that Johnny Galanis, Captain Thrashbeard, will be the Pirate King. Dumb, but cool. Dumb, but cool. Джукчонг, опейс он, нет? Not... Check out L1 Games on YouTube. Muzz rocks. Hello to my wife Maria from Dusty. I love you. May the light of land... What a horrible night to have a box. Minasan, Bloodstain do ouen shite kurete arigatou. Minasan, Bloodstain do ouen shite kurete arigatou. Arigatou, спасибо, arigatou. I looked, and there was... Окей, что у нас есть? Экстра режим. Режим забег. Режим только боссы. Сыграть в режим только боссы. Забег, давайте режим только боссы. Режим забег. В режиме забега... Так, временные сохранения созданы с каждым переходом экрана. Файлы с ним будут удалены после возврата в главное меню. Режим только боссы.
Набор первый. Набор второй. А ну давайте посмотрим просто, что это себя представляет. Ну типа это же было закрыто, да, до вот этого момента. Скорее всего, второй набор это, то есть, боссы с второй сложности игры. Когда мы получили полеты вообще, когда мы куда-то пошли. Не туда, куда надо, короче говоря. Ну, скорее всего, первый босс это будет девчулета. А, даже так? Так, подожди. У меня ж, по идее, все славилось, да? Так, осколки, слово мудрости, великое измерение, вся рукоятика. Да, это просто битва с боссом. А, то есть мне и то дают. Хм, интересно, а ну-ка. Понимаете, это просто уничтожение всего. Ну, я говорю, это... Это просто изи. Ну типа я не думаю, что тут будут у нас какие-то проблемы в первом баке. Нам типа показывают боссов, какие вообще есть здесь. Подождите, а так мне хп не дают, мне только его восстанавливается, да? Такой в окно влетели, типа. Ну, знаете, чисто, чтобы восстановить себе хп и все, то есть, оно даже не прибавляет, оно чисто восстанавливает до встречи с следующим боссом. Дальше. Ну я не знаю, ну типа. Мне интересен быстрее режим, какой будет забег. Ну здесь да, будут в основном такие. Какой был финальный? По идее, наш брат, да? А, не. Такое. Типа это легкий босс. Сейчас. 16-битная монета. То есть мы. Портовый экран. Ну, за 3 минуты, в принципе, убили всех. Новый рекорд. Спидран. Чистый спидран. Нам дали 8-битную, 16-битную монету. Можно полететь и посмотреть, что с помощью и нее можно сотворить. Го, по-быстрому. Посмотрим, что нам дали нового такого. Ну, забег это, походу, просто будут все боссы. Так, инвентарь. Хм.
Мне ее сюда дали. Нет, не дали. Ладно. Стартовый экран, да. Так, я хочу забег посмотреть. Скорее всего, это типа для спидранеров. Будет читаться забег. Или, скорее всего, одна жизнь. Лучшее время 14.18. Да, это чисто спидран. Поэтому давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И как вы видите, здесь даже сделали для спидранеров такую вещь. Поэтому всем пока.